Спасибо каждому партнеру. Когда ты партнер, ты должен знать, каждая жертва у тебя должна исходить от твоей веры. Дорогие партнеры, я вас приветствую. Я благословляю вашу жизнь. Я благословляю каждого из вас. Да будут благословены ваши семьи, ваши дома. Да будет благословено ваше тело. И здоровье да будет в вашем теле и теле близких ваших и родных. Финансовые благословения пусть настигают вас каждый день. Пусть разрушен будет всякий дух долгов, всякие кредиты. Все это пусть будет в прошлом. Пусть наступает новое время. И я верю, что именно это происходит сейчас. Я хочу вам сказать, друзья, мысль, которая необходима для того, чтобы быть успешным. Я делюсь с вами этой мыслью. Заменяй негативный образ относительно финансов на позитив. То, что ты видишь своими глазами, то, что видит твое физическое зрение, возьми и замени этот образ на духовное зрение. Запомни слова, которые я скажу. Увидеть значит овладеть. И прежде чем ты увидишь что-то в физическом мире, ты должен это увидеть в мире духовном. Ты должен это соткать, можно сказать, нарисовать, сотворить в своем воображении. Когда ты представляешь что-то и задерживаешь эту мысль, этот образ, эта мысль неизбежно будет иметь зачатие, потом инкубационный период и потом рождение. То есть образ станет плотью. Вы увидите все, что вы представляли, идентично тому, что вы видели в духе, вы увидите уже в физическом мире. Прямо сейчас прими эту мысль. И прямо сейчас самое главное. Я дарю тебе эту мысль. Прими решение. Основываясь на твоем решении, ты сможешь сейчас видеть картину событий, которые разворачиваются в твою пользу. Вы должны знать, посредством языка Святого Духа, язык Святого Духа – это образ в нашей голове, посредством языка Святого Духа вы можете влиять на предстоящие события. Вы можете менять ваше будущее. Вы можете менять обстоятельства и изменить ситуацию благодаря образам, видениям, которые в вашей голове. Поэтому прямо сейчас пусть будет принято вами решение сделать по слову, которое вы слышите. И благословение настигнет вас неизбежно. Спасибо вам за ваше служение. Партнер – это служитель. Партнерство – это служение. Это ценно перед Богом. Верный человек богат благословениями. Если ты партнер, мечтай стать VIP-партнером. И Бог исполнит твою мечту. Он поднимет тебя финансово. Покажи Богу, что ты верен, что тебе можно доверять. И Он явит свою славу. Амин. Да благословит вас Господь. Все, кто еще не на университете, зарегистрируйтесь. Знайте, это время благословения. Университет – это время благословения. Спасибо Богу. Спасибо вам, родные. Обнимаю каждого. Аминь. Самая лучшая инвестиция, которую ты можешь сделать в настоящий момент – это инвестиция в свое мышление. Есть учение, которое способно перевернуть всю твою жизнь. Овладев знаниями, которые сокрыты в этой книге, ты сможешь взять под контроль обстоятельства своей жизни.
Ты будешь доминировать и достигать всего, что только хочешь. Книга «Сенсация». Инструкция, как из пораженного стать успешным, из нищего – процветающим, из угнетенного – счастливым. Тысячи людей, которые приобрели книгу мирового служителя апостола Владимира Мунтяна «Тайны твоего разума» из серии «Четвертое измерение», уже пережили глобальные перемены в своей жизни. Апостол Владимир Мунтян делится принципами успеха и помогает добиваться поставленных целей. Сегодня ты можешь инвестировать в свое новое будущее.